А почему они с нами не пошли? Могли бы с нами пойти. Ладно. Миссия 16, поехали. Данте. Данте не любит делиться. Ладно, теперь все всерьез. Полный вперед. Было бы смешнее, если бы он на каждом этаже говорил что-то. Просто на каждый этаж падает. Еще один этаж. Сложный спуск. Еще чуть-чуть. Нет, стой. Я хочу сюда. Голова не скружилась ни у кого от этого спуска. Надеюсь, нет. Так, руки. Это хрень. Базука. Ну конечно. Ты вообще там, блядь, блокируешь? Закончили упражнение. Дошел. Да сика живучая. На-ка. Чего нету? О. Завернули сферу. Беулф, это чё? А, перчатка? Твою мать! Сломай ему жопу. Да чтоб тебя... Куда тебя бить-то, ёпта? Ну, видимо, в рот.
тут что у нас? Какой-то мега секретный не секрет. Уи! Ну вот это я зря сделал. Ну ладно. Лучше всего про. Окей. Зря беру. Ну давай, кто тут? То есть эта атака пробивает его в любом случае. С любой стороны. Окей. О, два. Так и непонятно, куда его бить. Так, чтобы дамажить прям все время обычными атаками. Самые пока что для меня непонятные противники. Эти бегемоты. Это самый страшный человек, который знает только один удар. Нет! Он панчмен какой-то, да? Напали. Я пролетел. Тут столько всего можно было, мне кажется, насобирать. О! Кура наша! Слышу ее. Да куда ж ты падаешь-то? Здорово. Да я тебя умоляю. Ну, началась беготня, блядь. Я опять случайно переключился на ноги. Да? Да нахрен они так сделали-то? Да ж так неудобно. Ты случайно назад отходишь и... В процессе драки. И хуяк, у тебя уже другое оружие. Вообще. Не понимаю. Ты, блядь, еще что такое?
Да я, алло, ты чё? Завязывай там. Ты что за ублюдский противник-то? Дети-то. Да ну. Иди сюда. Ему похер, что ли, вообще? Жесть какая-то. Калину, что за калина? Это вот это что? Так это она и есть. Я же ее нашел. Спасибо, спасибо. Или ты про третью часть говоришь? Ну там вроде вернуться, если где она упала, там что ли, на балконе. Вперед и вниз. Ну, ладно, брату путь. Уи! Ебать, все мимо пролетел. Там просто катсцена, где она с крыши падает. Она же вроде там ее и теряет, и ты на балконе ее и находишь. Ну, она не обязательно. Не хватает, да? А, нет, эти уже кончились. Давай вот эти покупать. Окей. Уй, босс. Ну здорово. О боже, нет. Прочь отсюда. Лишь владыки подземного мира могут войти в эти врата. Ты не пройдешь. А уж, дружок, полегче. Помню, встречался мне один такой вонючий поясик вроде тебя. Я не потерплю оскорблений тебя, смердящая тварь. Флэшбэки пошли. Из третьей части. Ну, твой хозяин держит тебя на коротком поводке. Давай, щеночек. Ну, погуляй. Мы погуляем. Ты одолел наших родичей. Но перед тобой вожак стоит Церберов. Они были слабы. Но мы полакомимся твоей плотью. И обглодаем каждую кость. Он же первый босс был. Вот как, сильнейший щенок из помета. Придется найти поводок понадежней. Пойдем. О боже, не надо. Я не хочу. Он был настолько сложный, что мне пришлось проходить игру на изи. Быстро.
Упс. Что такое? Ну это какой-то прям ремейк. Ремейк этой драки, конечно. Полнейший. Еще не хватает того, чтобы он просто рывок делал вперед головой. В третьей части он был первым боссом, и у тебя не было вообще ничего. Я просто его стоял с левой стороны и пистолетами расстреливал. Потому что подходить к нему это пиздец. Там ни хилок, ничего вообще нет. Он делал рывок? Я чуть не обратил внимания даже. Да неужели нунчаки дадут? Ты сейчас серьезно? О боже. Трехстихийные. То есть это нунчаки, посох и климатакт. Я прибыл первым. Мне нравится это. Сразу килик Макси. Вожак Церберов. Тоже прикольная штука, вероятнее всего. Треугольник ледяные нунчаки. В стиле мастер клинка. Огненный шест. Электрический посох. По правде говоря, не хотелось, чтобы меня оберегали и любили. Я был совсем один. Мне оставалось только выживать. Ви, тебе нужно отдохнуть. Мира. Я расскажу тебе все. Демонопоименного уреза не существует. Есть только человек, отринувший все человеческое в своей нескончаемой погоне за властью. Этот человек — старший брат Данте. Брат Данте? Да. И его настоящее имя? Вирджил. Это так ты все рассказал нам? Ладно, окей. За ней не просто так вдвоем ходят. Там гораздо большая связь, я так понимаю. У меня даже сомнений нет, что он его сын. Или что-то типа того. Я не знаю. Как, правда, это возможно? Ну, как это возможно, я понимаю. Я человек взрослый. Ну, какая женщина с Верджилом могла сойтись? Вот в чем вопрос.
12 тысяч. У-у-у, я помню эту хуйню. Вот эта хуйня отдельная. Так, ладно, пока остановимся. Я уже купил все, что мне нужно, в принципе. Что-то издал звук какой-то. Куда попали? Чё это? Virgil. Virgil. Это твой этот треклятый плод, которым ты трепался. Чё-то не особо выглядит. Да, здесь все и началось. Тот день мама решила спасти меня. А тебя бросила. Ставила тебя позади, а не бросила. Только тебе не вдомек, что она тебя пыталась спасти. Искала тебя, искала, искала. Пока и это ее и не убило. У меня нет воспоминаний ни о твоем рассказе, ни об этом месте. Все это лишь иллюзия, сотворенная этим изумительным плодом. Видишь ли его сила? Это все, чего я либо хотел. И я отведу его. И я заполучу все. More power. По закону фильмов, получив все, ты становишься слабее. Нет, брат. У тебя нет всего. Последние крохи человеческой души, что в тебе остались, ты только что их потерял. Это лишь жалобные стенания, обделенных силой. Приди ко мне, брат. И я не спошлю тебе просветление, Данте. Ебать. На! На тебе просветление. Чё, как норм? Ебать, удар. Я зря потратил ту обилку. Давай посмотрим, что будем делать-то. Как вы даете новое оружие перед боссом? Вот зачем это? Да ну стоять, пиздюк. Да хватит бегать от меня. Ху-ху-ху!
Домой, блядь. Так они братья, за зачем они сражаются? Все люди сражаются за свою правду. Разве не приходится бить с собственным братом? Полная чушь. Главные братья разошлись в сомнениях, во мнениях касательно причины самого их существования. Они должны сражаться. Урезонили. Урезаны. Данте. Припозднились вы. Я уже заканчиваю. Это что, был брат? Боюсь, что так. Значит, со всем этим стоял он, твой родной брат. Снова угадал. Он уже еле дышит, как я погляжу. Ты. Ви, назад. Не то запачкаешься. Нет. Прошу. Я сам. Хочу сделать это своими собственными руками. Не сопротивляйся. Раз ты не способен одолеть даже меня, то ты уже проиграл. Я не уступлю. Я не проиграю. Только не Данте. Мне нужна сила. Больше силы. Знаю. Ведь мы с тобой две стороны одной монеты. Но ты лишился меня, а я лишился тебя. Все же мы связаны единым чувством. Если ветви мы собьем, мы согласием обретем. Я думал, ты лучше стал. Оу, щет! Оу, щет! Я вернулся, детка. Ой, блядь. Что за... Верджил. Ты стутовский взгляд такой. Че, блядь? Да он копия его, господи. Да у него просто лицо точно такое же, как у Нира. Камон. Ви и Ерджил, да? Снова вместе. Это был плод Клипота, да, понятно. Ну, что это за плод был? 15:06. Вся эта игра произошла за 3 часа? Или за 5? Время откровений. А ты храбрец, раз решил вернуть. Не знаешь, когда сдаться? У тебя слишком большой кахонос, он сказал.
Трое за роги, Нира. Победа над тобой в таком состоянии лишена смысла. Давай же, Вирджил. Давай сделаем это. Сначала рана пусть живут. Набери сил. После этого мы уладим все наши дела. И что, он так просто вот идет? Спасибо, Нира. Если он твой брат, то куда виделся? Вернулся. К самому себе. Иди домой, Нира. Тебя это не касается. Да черта с два. Я из-за него руку потерял. Это не твой бой. Я должен восстановить, все остальное не имеет значения. Я не хочу пропустить самое интересное. Ты не понимаешь. Дай угадай, я буду пытаться... Он твой отец. Что? Я заподозрил это сразу, как тебя увидел, но не был уверен. А потом видел реакцию Юмата. Все стало ясно. Он твой отец. Согласен, ему нужно задницу надрать. Но я не позволю тебе убить собственного отца. А он тебе позволит убить собственного отца? Ты об этом подумал? My father. Мой отец. Пиздец элемент. Что если бы в тот день все произошло наоборот? Изменило бы это нашу судьбу. А вот у него голос старый. Жил бы я своей жизнью, а ты моей. Тот же голос, да, что и в третий? Очень похоже. Вот у Данта другой голос. Время пришло. Данте. Данте. Что? Что теперь? Боже, я думал, все уже кончилось. Нет, не нравится. Сейчас нас накроет. Данте, что произошло? Мой безмозглый братец вернулся, и я ему совсем не рад. Вирджил, как? Данте. Сделал ее для Эдди, и она заплатила. Эй, нельзя просто... Ладно, ладно, потом сочтемся, пока езжайте отсюда. Пойду разберусь с этим подонком. Чувствую, будет та еще потеха. Калина N2. Не имеет отличия от оригинала. Скрываю себе сюрприз. Двойной Калина N. Ой, бля. Идеальная ракетница. Каскад. Че за? Держивать. Пиздка все еще не хватает. Ладно. Ну давай дальше, че. Шляпа эта. А мы даже этот не посмотрели. Ну вот чё, нафига оружие давать в последний год? Так. Двойная базука.
Вот это серьезная херня. Быстрая перезарядка. Ты ж не думал, что ты вернешься, чтоб тебе Ви. Неужели ты все это спланировал? Да хрен его пойми. Он вроде такой весь человечный был. Да, ребят, где пропадали? Я-то думал, вы прыгнули назад в Верджила. А зря не прыгнули. О, наш мудрый Данте. Упорождение тьмы мысли Верджила. Ты так это и не знал? Знаешь, я, брат, чуял у вас какой-то подвох. Как в моем старшем брате. Но теперь мы обрывки его сознания, оставшиеся в Неонанджело. Но мы больше не скованы его волей. Теперь мы убьем тебя по нашему собственному желанию. Свобода! И смерть твоя будет по на нашем счету. А не Верджила. Селенок-то его хватит, блядь. Главное попугая вырубить. Минус папок. Тайм-аут, дай передохнуть. Ну, прекрасно. С нетерпением жду реванша. А чё остальные-то не стали драться, не пойму. Ну, да, нормальная пуговка. Отличная такая пуколка. Давай посмотрим это. О, нет, опять эта хуйня. Нет. В Гайгер мир идем опять, да? Выглядишь как дерьмо. Может быть, она мощнее кулаков? Эта штука. Пантер! Не очень как-то. Ну-ка, подожди. А у меня такого удара не было. Да чё ты там, блядь, тут завязывай. Конечно. Пантер пожестче будет. Беги, кошка драная. Убегаешь? Не, я так не думаю. А что же она по-твоему делает?
Окей, время голема, я так понимаю, да? Воу. Очки летят просто. Не понял. Нам разве не сюда? А, типа еще выше. Ну ладно. Я не против. Суперсекретный секрет? А, нет, вон еще что-то есть. А, вот ты где, блядь. Включайся. Как там тебя? C-вирус? Какой вирус был в 7-м резиденте? C? Ой, что бумкнуло? Звучит нехорошо. Нет, C-вирус это в этом было. Привелый. Хотя там недалеко они ушли. Даже это у тебя не остановило, а ты не промах. Еще один раунд, как будто на Малет остров вернулся. Что Малет остров? Что за остров Малет? Не помню. Это молот, может быть. Первой части вообще не помню ни названий, ни мест, ни имен ни из одного Devil May Cry. Вот меня сейчас спросите, как звали в четвертой части брата этой девушки Данте, я хер вспомню. Вероятнее всего Кредо. Да,
Макс, ух ты. Я это смотрю. Не знаю, что это такое. Значительно увеличивает время действия эффектов. Уже доставляю, что. Это все кончилось. Ну погнали, теперь еще и большой будет. Да. Ну, я тебя ждал. Ебать, они втроем жесткие. Хорошо. Что-то не понимаю, что происходит. Что-то он не дамажится. Тебя нужно бить, что ли? Или вы типа меняетесь? Короче, нужно бугая валить. Валим бугая. Еба, Хагар, ты ли это? Базука решает все вопросы, по-моему. Ну вот и все. Осталось трость поглотить. Тут у нас трость. Знали ведь, не стоило напрашиваться. Смелости у вас хоть отбавляй. А вот мозгов нет. Может и так. Если схватка с нами показалась тебе сложной, представь, каково тебе будет биться с Вирджилом. Скоро сам увидишь. А нас... А наш последний полет закончился. И с ним и кошмары Вирджила. Удачи, Данте. Она тебе пригодится. Покой с миром, цыпленочек. С тобой было весело. Зачем вы заставляете меня переживать за них? Зачем это нужно? Подожди, это все персонажи из первой части? Я почему-то вообще их не помню. Неро, запрыгивай.
Где Данте? Он справится. Едем отсюда быстро. Это Вирджил, ты его знаешь? Немного, да. Данте сказал, что тип мой отец. Какого хрена тут происходит, Риш? Его логику можно понять, я и сама подозревала. Ведь это полный бред. Я знаю, что ты ненавидишь Вирджила, но не можешь убить своего отца. Верно. Такого невозможно оправиться. Уж она-то знает, поверь. Ты спас нас, ты должен гордиться с тобой. Оставь это позади. Ник, останови машину, обойдешься. После всего, что было, ты рехнулся. Черт с вами, сам пойду. Миро. Реально не помню. То есть это все те силы, которые Данте получил, что ли, получается? В первой части? Пантера, птица? Интересно. Так, дай-ка базуку. Не базуку, что я там хотел? Не. Вот это? Сжигаем вот это. Давай.